говорил, сумасшедшие выходные. Только что ты был в Амстердаме. И уже здесь, в сердце Алтая, горный Алтай. Это были действительно сумасшедшие дни. Я был в Якутии, в Новосибирске, в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, в Амстердаме 3 дня. И вот сегодня я приехал к вам сюда, в горный Алтай. Когда я зашел сюда, я увидел эту площадку с этим светом, с этими экранами. Честно говоря, я уже далеко не новенький артист, которого могут удивить какие-то большие экраны или там 40 киловатт звука, но я впечатлен. Империя туризма. Очень клевое место. Приезжайте все сюда. Тусуйте все здесь. Со мной, без меня, не важно. Это очень крутое место. И люди, которые здесь занимаются, они большие профессионалы, молодцы.